Глаза закрой. Кто из вас будет выбрасывать мусор? Ты не подсмотри. Кто на первом свидании переживал и волновался сильнее? Кто поет в ванной? Ты просто супер говно! Кто никогда не гасит свет? Кто стал инициатором первого поцелуя? Кто чаще опаздывает? Кто постоянно тянет одеяло в свою сторону? Кто тратит больше денег? Ты видишь, что я сейчас? Нет, просто вопросы. Кто говорит, куда организовать поездку на уикенд? Уикенд. Из-за кого подгорает ужин? Кто более романтичный? Кто из вас лучше шутит? Голдомайрист, я юморист. Кто дольше спит? Ты сейчас на себя должен показать. У кого лучше чувство вкуса? Ну, типа, наверное, в одежде, наверное. Типа, я думаю, не так. Чувство, наверное, кого кто из вас более стеснительный? Кто более красивый? Кто лучше рисует? Кто больше говорит по телефону? Тут спорный вопрос. Кто лучше готовит? Так. Кто из вас первый признался в любви? Кто из вас главный в семье? Кто лучше поет? Лучше танцует. Кто больше ворчит по утрам? Кто из вас больше повезло? А, кому из вас больше повезло с супругом? Ну, думаю, не знаю. Типа, мне больше с ней повезло или ей больше со мной повезло? Тут тоже спорный вопрос. Да? Так, кто более строгий родитель? Так, кто больше любит тренироваться? Просто чтобы сразу снять. Кто мастер по сюрпризам? Кто зануда? Кто чаще зависает в телефоне? Кто более веселый? Кто не любит проигрывать? Кто чаще слетает с катушек? А вот к слетанию с катушек относится ежедневная атака на стиральную машину? Нет. У кого больше обуви? Чье слово последнее? Кто первый просит прощения? Кто чаще говорит «я тебя люблю»? Все. Кто из вас будет выбрасывать мусор? Кто на первом свидании переживал, волновался сильнее? Кто поет в ванной? Кто никогда не гасит свет? Кто стал инициатором первого поцелуя?
Кто чаще опаздывает? Кто постоянно тянет одеяло в свою сторону? Кто тратит больше денег? Кто говорит, куда организовать поездку на уикенд? Что ты сделала? Неправильно ответила. Ну ладно. А что, давай заново. Какой вопрос был? Вот этот, кто тратит больше денег. Давай заново. Кто тратит больше денег? Ты тратит денег, да? Да. Так. Кто говорит, куда организовать поездку на уикенд? Из-за кого подгорает ужин? Кто более романтичный? Кто из вас лучше шутит? Кто дольше спит? У кого лучше чувство вкуса? Кто из вас более стеснительный? Кто более красивый? Кто лучше рисует? Кто больше говорит по телефону? Кто лучше готовит? Кто из вас первый признался в любви? Кто из вас главный в семье? Кто лучше поет? Кто лучше танцует? Кто больше ворчит по утрам? Кому из вас больше повезло с супругом? Кто более строгий родитель? Кто больше любит тренироваться? Кто мастер по сюрпризам? Кто зануда? Кто чаще зависает в телефоне? Кто более веселый? Кто не любит проигрывать? Кто чаще слетает с катушек? У кого больше обуви? Чье слово последнее? Кто первый просит прощения? Кто чаще говорит «я тебя люблю»?